Лето – отличное время не только для отдыха на водоемах, но и для наведения порядка. В городском округе Люберцы проходит комплексная работа по санитарной очистке прудов, озер и рек. Состояние водных объектов находится под пристальным вниманием жителей, общественников и представителей администрации. Луиза Егиазарян убедилась в этом лично. Птичий карьер – один из немногих водоемов в поселке Красково и одна из любимых локаций для местных жителей. Последние два года в администрацию Люберец поступали многочисленные просьбы привести его в порядок. Водный объект нуждался в очистке. Долгожданные работы стартовали месяц назад. И несмотря на то, что очистка пока продолжается, уже можно сравнить, в каком состоянии был карьер раньше и как он выглядит сейчас. Территория вокруг водоема вновь стала главным местом притяжения людей. Раньше, конечно, было очень все запущено, очень переживали, ждали, когда будет наш карьер включен в работы по очистке санитарной. Вот, наконец-то, дождались. Приходим здесь вот каждый день, видим изменения этой территории. Я гуляю очень часто здесь. Мне здесь нравится. Здесь очень красиво, и здесь начали появляться уточки. Водоем, к сожалению, на сегодняшний день побил антирекорд. Мы извлекли из него 36 отработанных покрышек, огромное количество бытового мусора, деревьев, сантехники, как ни странно. Работы проводятся уже почти месяц. На данный момент работа подходит к концу. Осталась опиловка по береговой зоне. Удален уже топляк в большей массе. Удален камыш. Максимально, что можно было извлечь со дна, мы это сделали с помощью профессиональной техники. Еще один водоем, который по-особенному любят жители – Ухтомский пруд. Около 5 лет назад его пришлось спасать от полного исчезновения. На восстановление водного объекта потребовалось много сил и времени. Подрядчик сделал эффект глиняной чаши. По-другому вариантов восстановить данный пруд не представлялось возможным. Были устелены бентоматы экологические, чистые. Сверху был завезен песок чистый, желтый. Сделана скважина на определенную глубину. Мы наполнили пруд. В принципе, была авантюра. И никто, по большому счету, во всю эту историю не совсем верил. Но у нас получилось. Вместе с жителями мы все это прошли. Сейчас для защиты пруда достаточно раз в год очищать его от водорослей и тины. Бытового мусора здесь не бывает. За этим тщательно следят жители. Мы очень рады. Благодарим. Спасибо большое. И мы хотели также, чтобы вот эта тенденция или практика, как правильно, наполнение вот до, как она раньше была. Я здесь с 60-х годов, если честно. Вот, до деревьев. Вот чтобы тенденция повторялась каждый раз. И чтобы пруд очищался, как и в данный момент вот его открыли, почистили. Вот это нам то, что нам надо. Очистка водоемов в городском округе Люберцы – процесс непрерывный. В этом году полная санитарная расчистка запланирована на 6 объектах. Еще на 6 водоемах, которые привели в порядок в прошлом году, проводят уборку после каждых выходных. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.